What is your difference from ISKCON? You want the long answer or the short answer? Вы хотите длинный ответ или короткий? A long one. I'll give both. Я дам оба. Because once our Gurudev, Srila Govinda Maharaj, his Prabhupada once said of him, he's a transcendental humorist. О нашем Гурудеве Шриле Говинде Махарадже Шрила Прабхупада как-то сказал, он трансцендентальный юморист. So he asked one of his devotees, "What is the Prabhu? What is the difference between us and ISKCON?" И этот трансцендентный юморист Шрила Говинда Махарадж как-то спросил одного из своих преданных, переадресовав ему этот вопрос: "Прабху, скажите, а в чем разница между нами и ИСКОНом?" And he took this very seriously and started thinking about it deeply. Тот преданный отнесся к этому вопросу крайне серьезно, начал глубоко размышлять. Secondary education as opposed to primary education. И начал говорить, ну, это как высшее образование и среднее образование. Thought of the unique original works of Srila Bhakti Rakak Sridhardev Goswami Maharaj. Он стал говорить об уникальных, оригинальных трудах Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа. He extracted all the principal slokas on the subject of surrender. Bhaktivinod did in Sharanagati. This book was published by Srila Prabhupada Swami Maharaj's sister. Например, Шрила Шридхар Махарадж создал Шри Шри Парпана Джаванамритам. Этот труд, где он собрал все шлоки из разных источников на тему предания, вручения души Господу. И подобно тому, как Бхактивинод Такур сделал прежде что-то аналогичное в своем Шаранагати, и этот труд был издан, напечатан сестрой Шрилы Прабхупады. He thought of when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was leaving the world, he called Srila Sridhar Maharaj to his bedside 24 hours before his departure. Мы знаем, что когда Шрила Сарасвати Такур готовился отправиться из этого мира, то он подозвал к себе Шрилу Шридхара Махараджа буквально за 24 часа до собственного ухода из мира. And asked him to sing Sri Rupa Manjari Pada of Narottam Thakur. И попросил Шрилу Шридхара Махараджа спеть Шри Рупа Манджари Пада Нароттама Такура. And God brothers witnessed what they described as a mystic transmission of the Rupa Nuga line from Srila Saraswati Thakur to Srila Sridhar Maharaj. И духовные братья, присутствовавшие там, позже описали это так. Они стали свидетелями мистической передачи полномочий Рупа Нуга Сампрадаи от Сарасвати Такура к Шриле Шридхару Махараджу. He thought of how Srila Sridhar Maharaj revealed that Srila Prabhupada Swami Maharaj was a Shaktivesh avatar. Тот преданный также вспоминал о том, как Шрила Шридхар Махарадж, именно Шрила Шридхар Махарадж явил, что Шрила Прабхупада является Шакти Авеша аватаром. His original Krishna conceptions as given in Search for Sri Krishna, Reality of the Beautiful. Тот преданный вспомнил об уникальных концепциях Шрилы Шридхара Махараджа, что даны в таких его книгах, как «Поиск Шри Кришны. Прекрасной реальности». Describing Mahaprabhu as the golden volcano and the Shikshashtakam as divine lava coming from the heart of Mahaprabhu. Он вспомнил об оригинальной идее Шрилы Шридхара Махараджа сравнить Махапрабху с золотым вулканом, а Шикшаштаку, эти восемь стихов, сравнить с брызгами золотой лавы, что являются из этого вулкана. Many original slokas, songs and praise of Srila Saraswati Thakur that are sung throughout Gaudiya Math. Он вспомнил много оригинальных песен и стихов, написанных Шрилой Шридхара Махараджем о Сарасвати Такуре, которые поют по всем Гаудия Матхам. How he condensed the entire Chaitanya Charitamritam into 70 Sanskrit slokas that can be sung in the Prema Dhamma Deva Stotram. Он вспомнил, как Шрила Шридхар Махарадж сумел сконцентрировать всю читание Чаритамриту всего лишь в 70 стихов Према Дхамма Дева Стотрам. And his Gayatri explanation, he extracted Radha Dasyam from the Brahma Gayatri.
Он вспомнил то объяснение Гайтри мантры, что давал Чилачтар Махарадж. Он сумел извлечь идею Радха Дасьям из Брахма Гайтри. Гайтри Мурли Стакиртана Данам Радха Падам Димахи. His subjective evolution of consciousness. Он вспомнил о его субъективной эволюции сознания. It's like an atom bomb to Darwinianism, to objective evolution. Которая подобна атомной бомбе для идей дарвинизма, объективной эволюции. So, he enumerated the what distinguishes Sri Chaitanya Saraswat Math as a Gaudiya institution and mission. Итак, тот преданный перечислил те черты, те моменты, что отличают или выделяют Шри Чайтанья Сарасват Матх как учреждение гаудиев. There's shared wealth in common, but he highlighted what is the unique wealth of Srila Guru Maharaj and Sri Chaitanya Sarasvat Math. Есть общее богатство, общие сокровища всех гаудиев, но он перечислил также и, простите, он перечислил также и конкретные богатства, сокровища, принадлежащие именно Шриле Гуру Махараджу и Шри Чайтанья Сарасват Матху. But Srila Guru Maharaj said, Prabhu, when I asked you, what is the difference between us and ISKCON? He said, they dress better than we do. Но Шрила Говинда Махарадж, выслушав тот ответ преданного, сказал, Прабу, я думаю, что разница между Исконом и Шри Чайтанья Сарасват Матхом в том, что они в Искон гораздо лучше одеваются. Once when I was telling this, our beloved Bhakti Premik Siddhanti Maharaj came walking through the door. И однажды, когда я рассказывал об этом, то наш любимый духовный брат Бхакти Премик Сиддханти Махарадж вошел прямо вот в эти двери. So all the things I said before that in the long answer, those are the substantial things. Поэтому все, что я перечислил ранее в том подробном ответе, это самые глубокие вещи. But Srila Govinda Maharaj made light of these differences because really we're all part of the Saraswat, the family of Srila Saraswati Thakur. Но Шрила Говинда Махарадж решил представить все в легком свете, в контексте шутки, для того, чтобы подчеркнуть, мы все являемся частью Гаудия, Сарасвата, этой линии. But the things I mentioned substantially, they're distinguishing characteristics that if someone has by grace, sukriti, the eyes to see, they will recognize those things as being substantial. Но то, что я перечислил ранее, это также существенные, глубокие, важные отличия или характеристики нашей миссии, и те, кто обладают достаточным сукрити, те, у кого есть глаза, чтобы увидеть, сумеют это распознать. Anything else? Что-то еще? Yes. What's the difference between sukriti and capacity? Through the accumulation of sukriti, one's capacity increases. Вопрос, чем отличается сукрити от, ну, дословно в вопросе, capacity, способности, и ответ таков. Благодаря накоплению сукрити человек накапливает или обретает способность. The capacity to appreciate all of this. Способность оценить все это. So, and I think on that note, Srila Avadhut Maharaj is leading a kirtan outside. It would be nice. I think he wants everyone to join. И говоря об этом, мы видим, что на улице Чила Вадут Махарадж возглавляет киртан. Я думаю, что он хочет, чтобы мы все присоединились к нему. Jai.